Пляж, море, парус, неважно. Когда ее найдете, передайте это. Они тут копились годами. И передайте, чтобы указала свой новый адрес. Серебряная конюшня, ваши золотые годы. Это точно здесь. Надеюсь. Это последнее серебряное место на нашем маршруте. Ого! Это место просто... Ужасно, я знаю. Здесь нет ни одной книжной полки. Бедная Дасти. Извините. Да? Чем я могу помочь? Здесь проживает Дасти Пейдж. О, да. Ее номер в другом корпусе на первом этаже. Спасибо. Не могу поверить, что из-за моей забывчивости она сидит здесь, а не в окружении чудесно пахнущих книг. Искорка, не стоит так сильно преувеличивать. О! Вот она. Ну что ж... Наверное, она скоро вернется. Давай немного подождем. Нет, мы все исправим сейчас. Это заведение не такое большое, мы найдем ее. Простите, что прервали ваш урок живописи, но мы ищем Дасти Пейдж. Вы ее не видели? Конечно. И... ей пришлось уйти пораньше, чтобы успеть на восточную гимнастику. А потом мы с ней идем на уроки резьбы по дереву. А потом у нее виндсерфинг. О, и не забудьте про репетицию в театре. Дасти играет главную роль. Опять. А потом она еще играет с группой. Спасибо. Надо же, у этой Дасти столько увлечений. Ох, она просто заполняет пустоту, чтобы заглушить боль от потери лучшей в мире работы. Но это ненадолго. Ей там очень даже весело. Поверь, она притворяется. Она станет гораздо счастливее, когда я сообщу ей, что она может вернуться в свою любимую библиотеку. Не хотите устроить себе передышку? А, это ты, Искорка, дорогая? Как я рада тебя видеть. Что ты здесь делаешь? Я искала вас по всей Эквестрии. Мне нужно кое-что вам сказать. Ох, ты принесла мою почту, спасибо. Нет,
То есть, да, принесла, но мы здесь не из-за этого. Я вас подвела. И мне нет прощения, пока я все не исправлю. Не помню, чтобы ты делала что-то плохое. Как-то я взяла у вас редкую книгу в Кантерлотской библиотеке.